Здравствуйте, Павел Алексеевич. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время для беседы. Год был непростой, насыщенный событиями, разными, хорошими, к сожалению, плохими. И первая проблема, тема, которую хотелось бы обсудить, это газ и безопасность тех, кто им пользуется. В этом году на территории региона прогремели сразу два взрыва бытового газа в Ильинском и в Иванове. Вы дали поручение газовым службам к началу декабря текущего года провести масштабную проверку газового оборудования. Вот завершена ли эта проверка к концу года? И как вы планируете выстроить работу правительства и газовых служб в наступающем 2017-м? Признаюсь, работа не завершена, но и объем ее трудно себе даже оценить до конца. В Ивановской области около 180 тысяч квартир потребителей газа. Да, к сожалению, порой нам нужно какие-то трагические события, чтобы серьезным образом заняться самим вопросом. И сегодня наши газовые службы работают под серьезнейшим прессингом правительства. В ходе проверки выявляем огромное количество нарушений. Из них такие, как самовольное подключение к газу, неисправные газовые приборы, неисправные вытяжки. Все это требует порой не просто кратковременной легкой работы, а серьезной объемной работы по замене, по приведению в порядок, по проведению проектировочных работ для того, чтобы все это легализовать. И в настоящее время эти работы ведутся очень активно. Мы сегодня вынуждены в срочном порядке решать эти дела еще потому, что отключение от газового отопления в осенне-зимний период – это дополнительная проблема. В то же время мы не можем себе позволить здесь каких-то паллиативных мер, потому что за каждым неисправным газовым прибором угроза соседям, угроза десяткам и сотням людей. Поэтому мы здесь занимаем сегодня жесткую позицию. С одной стороны, мы дали указание нашим газовым службам, чтобы они и в праздничные дни не останавливали эту работу, потому что ее нужно проводить, проводить и проводить. С другой стороны, мы, естественно, не можем позволить себе включить газ на неисправные приборы. Поэтому в моем представлении еще этой работе достаточно много времени, если сделать ее действительно качественно. Мы продолжаем сталкиваться с такими вопросами, как недопуск газовых служб в квартиры. Поэтому в каждом проверенном доме все равно остается достаточно большое количество непроверенных газовых приборов. Мы к этому вопросу подключили сегодня прокуратуру, участковых, управляющие компании, нашу инспекционную службу. Надеюсь, что общими усилиями нам эти вопросы удастся решить. Вполне самостоятельной проблемой стоит баллонный газ. К сожалению, сегодня в нормативном плане он вообще утерян. То есть сегодня можно без всяких разрешительных документов купить газовый баллон, купить газовый прибор и в любом месте его поставить. Больше того, даже информации о том, что в данном помещении стоят какие-то газовые приборы, нет ни у кого. Поэтому мы эти вопросы поставили сегодня и перед Минстроем. Эти вопросы мы обсуждали и с представителем правительства на моей последней встрече. И я думаю, что нужно очень серьезно работать над нормативными документами. В противном случае эту угрозу мы ликвидировать не сможем. А запланированы субсидии, правильно я понимаю? На замену. Но мы с чем сталкиваемся? Дело в том, что мы порой сталкиваемся с тем, что неисправные газовые приборы стоят в квартирах очень малообеспеченных граждан. И фактически получается, что мы вынуждены отключать квартиру, скажем, в многоквартирном доме. Поэтому я сегодня дал поручение, вопрос прорабатывается, о выделении денег такой категории граждан, чтобы какая-то помощь бюджета была. На эту же тему мы и с газовыми службами переговорили. То есть где-то эту работу возможно сделать в кредит с последующей оплатой. Во всяком случае, ищем все пути, потому что, еще раз повторюсь, что в наших климатических условиях отсутствие отопления – это не просто какая-то мелочь. Угу. История с обманутыми дольщиками ДСК, она досталась 2016-му в наследство от предыдущего года. Вот расскажите, как складывается ситуация с застройкой объектов сейчас и укладываются ли в обещанные графики? Самое главное сегодня для меня, что этот процесс идет.
что в соответствии с решением правительства Минстроя найдена организация «Российский капитал», которая финансирует эту достройку. Я, конечно, понимаю, что, наверное, дольщикам хотелось бы максимально ускорить эти процессы. К сожалению, в некоторых случаях мы отстаем от заранее объявленного графика. Но очень важно, что Ивановская область сегодня получила там 700-800 миллионов рублей. И в целом мы этот год отработали достаточно напряженно. Правительство сегодня жестко контролирует вопрос. 30 декабря в области будет министр строительства ЖКХ Михаил Александрович Мень, наш бывший губернатор. Мы эти вопросы еще раз обсудим на совещании. И наша задача, чтобы, конечно, график был максимально приближен к тому, в котором он имел изначальный вид. Во всяком случае, у меня сегодня нет сомнений, что мы этот процесс завершим. Вопрос сегодня скорее только в сроках. Спасибо. Комбинат синтетического волокна. В своих интервью журналистам вы неоднократно говорили, что быстро реализовать такой крупный инвестпроект просто невозможно. И мы знаем, что в декабре заключен контракт на поставку оборудования, плюс проект одобрен наблюдательным советом Внешэкономбанка. Вот в 2017 году какие перспективы у этого проекта? Действительно, работа на самом деле очень объемная. Если говорить о том, что там год изготавливался сам проект. Мы полтора года отвечали на разные вопросы ВЭБа, который внимательнейшим образом изучил этот вопрос. И, конечно, все-таки основным событием я поставил бы их в другом порядке. Это решение Внешэкономбанка об одобрении данного проекта. Потому что договор на поставку, он был заключен только потому, что уже всем было понятно, что решение будет принято положительное. Но все равно мы все ждали этого решения. Я очень благодарен и правительству, и президенту, и премьер-министру, потому что они на разных этапах постоянно подключались к решению этих вопросов. И когда 21 декабря вечером мне позвонил представитель правления Внешэкономбанка Сергей Горьков и сообщил радостно о том, что решение наконец принято, конечно, чувство глубокого удовлетворения. Но впереди еще огромная работа. Это только подготовительная часть. Поэтому сегодня мы ставим себе задачу войти в более плотный контакт с инвестором, разработать график строительства. Я очень надеюсь на то, что мы выйдем на землю в 2017 году. А согласно нормативам, 3 года с начала стройки до ввода комбината. Поэтому, как в советское время говорили, год начинающий, год определяющий, год завершающий. Наверное, 2017 во многом будет годом определяющим. То есть такой хороший вариант – это 2020-й? Это не хороший, это оптимальный вариант, это соответствие с документацией. Вот, поэтому с учетом объема инвестиций, это около 20 миллиардов рублей, понятно, что за год такую стройку не сделаешь. Плюс сегодня на поставку оборудования договор заключили. Естественно, поставщикам нужно это оборудование изготавливать. Никто не имеет на складах подобное уникальное оборудование. Но, во всяком случае, работа еще очень большая. И, конечно, правительство одно из основных задач считает для себя доведение этого проекта до реализации. Областной центр в этом году возглавил ваш бывший заместитель Владимир Николаевич Шарыпов. Вы рекомендовали его кандидатуру. Как считаете, удастся ли Владимиру Николаевичу решить какие-то наболевшие проблемы областного центра? И вот что лично вы советовали бы ему сделать в первую очередь, на что обратить внимание? Знаете, наверное, когда человек вновь приходит на столь высокую должность, 100% гарантии выдать невозможно. Я в данном случае подходил к своей рекомендации с точки зрения того, что Владимир Николаевич, несмотря на свою молодость, поэтапно прошел целый ряд руководящих должностей в правительстве Ивановской области. Мне всегда нравилась его энергия, его конкретность, его нацеленность на результат. И, наверное, конечно, энергия, которая присуща молодости в любом случае. Именно поэтому я порекомендовал депутатам городской думы рассмотреть предназначение его кандидатур. Что касается задач, мы в разговоре с Владимиром Николаевичем их обсуждали.
Конечно, много наболевших вопросов. Есть много критики горожан тех или иных проблем. Ну, как то чистка дорог, ремонт дорог, да? Значит, есть много более мелких там вопросов. Есть крупные вопросы, как судьба и перспектива отопления города Иваново. Мы достаточно уже много работаем. Гортеплоэнерго там или Паута Плюс. Но не упуская эти вот текущие дела, потому что от них зависит сегодня качество жизни, все-таки я порекомендовал Владимиру Николаевичу еще посмотреть стратегически, куда мы поведем сегодня город Иваново, что мы в перспективе покажем горожанам в городе. В любом случае цель одна, чтобы город становился с каждым годом комфортнее для проживания, чтобы он становился красивым, чтобы он при этом экономически развивался. Во всяком случае, 400-тысячный областной центр – это, конечно, предмет заботы и регионального правительства. Поэтому думаю, что мы вместе с городской администрацией будем эти вопросы решать. Кинешма – второй по величине город региона. В этом году там с мэрами, с кадрами не очень удачно складывалось. Вот скажите, вас огорчает, когда кандидатуры, которые вы рекомендуете, потом попадают вот в правоохранительные сводки? К сожалению, когда мы сегодня подбираем людей на те или иные должности, мы не можем дать стопроцентные гарантии от подобных случаев, хотя мы стараемся. Тут порой говорят, вот там опять. Но никто же не избирал и не выбирал человека по принципу, сколько он сумеет где-то взять или еще чего-то. Тем более, что я далек сегодня от каких-то обвинений в адрес Алексея Ивановича Крупина. Для этого есть суд. Есть следствие, суд, и поэтому я эту сторону комментировать не буду. Но меня как губернатора в любом случае волнует проблема управляемости городом. Да? Вот в настоящее время Крупин по ряду обстоятельств городом управлять не может. Конечно, это кадровая проблема. Меня город Кинешма, город Шуя, как крупнейшие города области особенно волнуют с этой точки зрения. Поэтому начинаем просматривать свои кадровые резервы. Сегодня там исполняет обязанности Александр Иванович Пахолков, на мой взгляд, человек с большим уже достаточно опытом, человек, который доказал возможность успешного руководства муниципалитетом. Хотя, конечно, Кинешма – это более высокий уровень, чем тот район, которым он руководил. Но мы опять-таки со своей стороны окажем руководству всю необходимую помощь для того, чтобы эту ситуацию с управлением в Кинешме стабилизировать. Я считаю, что мы сумеем этот кризис преодолеть, и все равно Кинешма будет в дальнейшем успешно развиваться. Ну, в более позитивной теме мы знаем, что разрабатывается региональная программа поддержки рождения первенцев. И вот стимулирующие меры коснутся всех, как это, например, было с третьим ребенком, или какой-то отдельной категории граждан? И почему потребовалось это? Вот, знаете, я в свое время сам достаточно скептически относился к поддержке вообще рождения детей, да, потому что, ну, может быть, с точки зрения своей, мне казалось, что уж если есть семья и решила родить ребенка, ну, какая поддержка, да, потому что понятно, что дети для семьи – это совершенно особая категория, это и заботы, и радости. Но вот мы проанализировали ситуацию с поддержкой третьего ребенка, и что мы на сегодняшний день имеем, да, что у нас число рожденных третьих детей увеличивается. В то же время, с учетом демографической ямы, которая была в 90-х годах, у нас, к сожалению, ну, как по-научному говоря, сегодня сокращается число женщин репродуктивного возраста, и идет падение рождения первенцев. И есть там еще одна проблема. К сожалению, сегодня, к сожалению, это по заключению медиков, у нас по статистике средний возраст мамы первенца 28 лет. Медики говорят, что вообще этот возраст бы лучше сдвинуть пораньше с точки зрения и здоровья родителей, с точки зрения здоровья детей, ну и с точки зрения того, чтобы семья могла быть большая, чтобы было время родить второго и при желании третьего ребенка. И мы сегодня рассматриваем
все-таки вот стимулирование, прежде всего, более молодой категории. Нам бы хотелось, чтобы наши мамы первого ребенка, они все-таки помолодели. Поэтому с учетом наших возможностей бюджета, скорее всего, это все-таки коснется вот более молодой категории мам. И нам еще очень бы хотелось к этому делу привлечь наше студенчество. Потому что город студенческий, сегодня по окончанию там вуза до 25 лет или прочее, ну, наверное, достаточно часто уже у нас создаются семьи и есть возможность рождения этих детей. Думаю, что в январе мы сформулируем это дело в конечном, так сказать, итоге, и я считаю, что уже в будущем году вот эти вот стимулирующие меры, они будут действовать. Какой они показывают результат, будем анализировать, смотреть. По всякому случаю, это не догма. В завершение хотелось бы узнать, какие планы, как перед губернатором, вы ставите перед собой на следующий год? У меня как бы идет сейчас 4-й год губернаторства, если включать период исполнения обязанностей по решению президента Российской Федерации. Сегодня, пожалуй, более-менее сформирована команда, понятны определенные цели. Мы, конечно, сегодня живем в быстротекущее время, и новые вызовы, они постоянно появляются. Следующий год – это в политическом плане подготовка к основным выборам в стране, к выборам президента Российской Федерации. Нам необходимо стабилизировать экономику. У нас уже к концу года определенные позитивные цифры появились. Все-таки я надеюсь, что мы как-то из кризиса потихоньку выбираемся. Остаются задачи, которые сегодня нами не решены. Это в области экономики инвестиций. Нам с точки зрения экономики, но мы уже сами говорили, не просто построить комбинат, а очень важно создать новую отрасль промышленности в Ивановской области. Достаточно большие задачи стоят и в области образования, и демографии, о которой мы говорили. Мы будем серьезным, плотным образом заниматься вопросами, связанными со здравоохранением, потому что так или иначе достаточно большое количество граждан области высказывают неудовлетворенность этой стороной жизни. Ну а основные задачи, которые сегодня перед областью стоят, они описаны в указах президента, в послании президента Российской Федерации. Ивановская область часть Российской Федерации, и мне как губернатору очень хотелось, чтобы это была достойная ее часть. Павел Алексеевич, спасибо за интервью. Такой развернутый диалог у вас и у нашего телеканала впервые, но я надеюсь, что это станет хорошей предновогодней традицией. Желаем лично вам и всем нам в 2017 году только хороших новостей. А вашим телезрителям с наступающим праздником, здоровья, счастья, успехов, а самое главное, хорошего, доброго настроения. Спасибо.